Знаете, я как психолог очень плохо разбираюсь в политике. Единственное, что я могу сказать, я на самом деле родом из Луганска. Очень давно я там родилась и жила какое-то время. И мне, конечно, очень близки проблемы местного населения, я сопереживаю. И, конечно же, у меня есть знакомые, которые на самом деле сейчас уехали и переживают некие трудности, потому что ситуация такая очень напряженная. Что на самом деле произошло, как говорится, одному Богу известно. Но, конечно, хочется, чтобы был мир и спокойствие вокруг. И, конечно же, хочется, чтобы Россия занимала ведущее положение в мире. И я с огромным уважением отношусь к руководству, потому что сильные личностные качества. Вот. И, конечно, поддерживаю Россию в этой ситуации, но, опять же, одному Богу известно, что на самом деле, поэтому будем ждать каких-то правдивых новостей, наверное, на эту тему.